Снова добрый день, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Михаил. Наступает лето, друзья. На дворе плюс 24 градуса. Сейчас еду загорать на велосипеде кататься в Измайловский парк. Вот, решил себе заказать еще шорты. Так-то у меня плавательные были одни, но они уже износились, уже вытянулись. Вот, нашел такие классные шорты за 1000 рублей. Всего лишь-то на Wildberries. Сейчас покажу вам, как выглядят. Может быть, кто-то захочет себе заказать. Такие шорты. Размер я взял XL-ку. Так они сидят в облегончик. Нормальный шорт, значит, подходят они для плавания. Такая расцветка хаки. Есть у них еще черная расцветка. Вот, по-моему, и еще какая-то серая. Но вот эта хаки мне больше всех понравилась. Значит, что мы имеем? Тут мы имеем шорты из качественного полиэстера. Легкие. Две завязочки вот такие у них имеются. На концах вот такие резиновые втулочки с металлическими наконечниками. Вот, по карманам, значит, смотрим, друзья, карманы. Самое главное, я брал их из-за карманов, по сути, то, что они легкие. Карман. Сзади мы имеем один карманчик, вот такой вот. Сюда можно положить ключи, например, от велосипеда, если вы купаться уходите, боитесь оставлять велосипед, да? Вот, можно сюда ключи положить, чтобы не открыли замок. Удобно. А здесь такой кармашек под полотенце. На самом деле классная вещь. Под полотенце сюда спокойно влезает. Полотенчика сворачиваете сюда. Карманчик. А также спереди мы имеем тоже два кармана. Слева-справа. Но это стандартные карманы, да? Вот небольшой вырез по бокам. И внутри, друзья, внутри, смотрите, значит, здесь у нас идет вот такая штука. Подкладка полиэстеровая тоже для переноски, например, телефона. Если вы куда-то вышли на улицу, вот сюда просто берете и вставляете смартфон внутрь. У вас как бы все удобно, комфортно, смартфон с собой. Это на самом деле здорово, что изнутри есть такой карман. Вот, а на правой, по-моему, на левой, по-моему, нету кармана. Да, на левой нету, но это ничего страшного. Зато есть на правый карман. В общем, классные шорты, друзья. Сейчас одену, посмотрим, как смотрится на мне. В общем, друзья, вот так шорты смотрятся на мне. Значит, что хочу сказать. Сидят они в облегончик, так, ну, так как надо, собственно. Вот, больше не стал размер брать, иначе они будут парусными. А, значит, что мы тут имеем? Вот шорты, которые внутри. Их можно подтянуть немножко. Вот, сюда можно положить телефончик. Телефончик. Тут как бы можно вообще вот так сделать, да? Вот так ходить. Можно сделать немножко, чтобы вот эта белая часть немножко так, ну, стильно так вот чуть-чуть выпирала, так скажем, да? Вот, то есть вот так можно сделать. В общем, такие шорты. Лично мне нравится, друзья. Смотрите, если вам понравились тоже эти шорты, ссылочку на покупку я обязательно приложу в описании к этому видео. С вами был Михаил. Желаю всем счастья, любви, хорошего настроения. На улице жара. Выходите, купайтесь, загорайте. Все, друзья, я поехал. Всем пока-пока.